Ну что ж, приветствую вас, зрители и подписчики. С вами Мегатрон, и я начинаю прохождение игры Dishonored. Итак, как всегда, по моей традиции заходим в настройки. Так, ну со звуком у нас тут все решено. Как все будет стоять. Хай будет на стерео. Так, ну, с графика на все на высшем. Яркость тоже слегка повысил, чтобы на ютубе не было темных моментов в игре. Ну, думаю, ну так хотя бы будет достаточно. Если что, то повышу еще. Вот такие дела. Так, клавиатура есть, общие есть, все. Окей. Ну и перед тем, как начнем, хочу извиниться за мой голос. Ну, как говорится, такая ирония, что вышла классная игра, а я простыл. Вот, так поэтому приходится сейчас записывать игру с таким голосом. Ну, вы не... Тут уж меня не обессудьте, ну... Так получилось. Ну, я думаю, за выходные я успею вылечиться, и дальше дальнейшие выпуски будут уже с моим нормальным голосом. Ну, а сейчас начинаем. Так, ну, в игры типа Ассасина я играю впервые. Даже в Ассасина не играл. Мне он как-то не особо понравился, поэтому буду на такой сложности играть. Но если что, потом его повышу. Если это будет возможно. Ну, все, начинаем. Да, яркость такую пока мы составляем, да. Все. При создании новых игр сейчас... Да. Все. Понеслась. Башня Дауола. Дануола. Хорошо. Возвращение домой. За последние несколько месяцев вы объехали разные земли, пытаясь найти помощь в борьбе с крысиной чумой. Теперь вы вернулись домой и должны сообщить о результатах поездки императрицы, на службе которой вы состоите в чине лорда-защитника. Ну, то есть телохранителя, если по-нашему. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else. And the Spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. Steady hand. That's it. Watch it. Cast off line. Casting off. We're away. Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months, that's unusual. Well, this was important. We need help with the rat plague. Pressure.
The Empress will be waiting for your news, Corvo. Итак, у нас новое задание. Сделать доклад императрице. Ну что ж. Пошли. О, ух ты. Сохранение, загрузка, класс. Так. Сейчас хочу кое-что еще раз проверить. Звук. Так. Эффекты понизим. Музыку тоже. Окей. Давайте пока мы так оставим. Так, ну с графикой у нас тут все нормально, ничего не изменилось. Окей. Сохранение. Окей. Идем. Да. Yes, yes. The pressure was too low. All these new machines are touching. Так, ну я так понял, мне с вами идти не надо, да? Все, я пошел без вас. Привет. Will you tell me about your trip, please? Were there any whales? Wait, let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time? Mother's busy talking to that nasty old spy master. Да. Что же выбрать? Ну какая разница, давайте поиграем. Okay, here we go. Let's go! Come on! Woo. Later, will you give me more climbing lessons? Some. Let's see if you're still good at this. I'll hide my eyes and count, and at the end of the countdown, I'll try and find you. Okay, I'm going to count to 10. Find a place to hide. Так, скрытный режим. Нажмите S, чтобы перейти в скрытный режим. Окей. Так, наблюдение из-за угла. Нажимаете QE, понял. I'll find you. Ну давай. Or maybe here. Капец, я же так простенько запрятался. Okay, you win. We should go now, so mother can see you too. Не ведусь. Я не выйду. Или надо выйти. Ну ладно. Well, you were gone, mother seemed very sad. I think she missed you. Скучала. Ну да. Само собой. Welcome home, Lord Protector. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. I'm not so sure that painting looks like Campbell. You saw my improvements to the waterlock. No, no, no. It was a fool's errand, Corvo. The plague comes from inside us.
We must all strengthen our faith. High Overseer, I must ask you to hold your pose. Еще один фанатик. She'll see you at once. Окей. Пошли, дочурка. They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo, 2 days early. Full of surprises, as usual. Пошел отсюда. It's a fair wind that brings you home to me. Follow what news me, Captain. Have you brought? We should leave them alone. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards! They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here! Твою мать! Я че еще такое? Нажмите, чтобы открыть правую кость, если вы выбрали оружие. Да, какое-то странное управление. Ладно, буду привыкать. Нажмите левую, чтобы отхватить правую руку. Если вы выбрали оружие. Ну ладно, сейчас попробую. Эмили, get behind me! Удерживайте левый контрол, чтобы заблокировать. Corvo, thank you. If you hadn't been here... No more! Not again! Mommy! No! Get away from her! Corvo! Mommy! Get away! Corvo! Corvo... It's all coming apart. Fine... Find Emily. Protect her. You're the only one. You'll know what to do. Won't you? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. What did you do with young Lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. Да, хорошее однако начало. Вообще огонь. Ну что ж, значит, сейчас нам нужно будет выбираться из тюрьмы. И найти тех, кто убил императрицу. И подставил меня. И убивать я их буду очень долго и очень мучительно. Итак, у нас новая миссия. Тюрьма Колдридж. Невинно осужденный. Полгода прошло с тех пор, как глава тайной службы обвинил вас в убийстве императрицы. И заговоре с целью убить Эмили, наследницу престола. Все это время мы провели в тюрьме Колдридж в ожидании казни. Капец, полгода в тюрьме. Да я их реально их казню за это вообще. Ладно. Успокоились и продолжаем. Ты
This is your final chance, Corvo. Sign the confession, and let me give you the rights to put your spirit at ease. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time, and someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell. Вот это твари. You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Да. Анонимное сообщение. Корво, сейчас не важно, кто ты. Знаете, что мы вам верим. Вот ключ от вашей камеры. Когда освободитесь, направляйтесь в допросную. Возьмите там взрывчатку и установите ее на внешней двери. После взрыва бегите, доберитесь до реки и спуститесь в катакомбы. Там вы найдете припасенное для вас снаряжение. Тюремный охранник оставит оружие рядом с вашей камерой. Желаем удачи. Нам крайне важно, чтобы вы остались живы и здоровы. Друг. Кто ж у нас такой друг, однако? Ключ. Окей. О, какие-то надписи. Кто знает, что тут написано, прошу, напишите в комментах. Так, и вот еще. Все. Больше нету никаких записей. Бля. Я отсюда, я текаю отсюда. Как можно скорее. Let me know if you want to gamble on the hounds again. Тихо, тихо. Так, все окей. Слегка подвисло, но ничего страшного. Окей. So many people are coming to the execution tomorrow. It's on account of you're out. Good for you. Hey, cut to kill a guard for me, will ya? So it's an occasion. Right. A social event for the high and mighty. Come see the noble Lord Protector get his head chopped off. Убийство и оглушение. Вооружившись клинком, незаметно подберитесь к противнику, вы можете убить его, нажав левую кнопку мыши или оглушить. Для этого нажмите и держите левый контур. Не, лучше убить. They're as bad as us betting on the dog fight. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Ну что же, я ж только начал развлекаться. Ах ты ж фак. Ништяк. You gotta bleed. He just disappeared. I'll find you, you hagfish. Окей. Так, тут ничего нету интересного. Вроде бы нету. Окей. Так, что у нас тут есть? Хавчик. Окей. Так, ну исцеляться нам пока здесь не нужно. Ништяк.
Бабло. Бабки, бабки, бабки. Так, хавчик, хавчик, хавчик. Окей. Ништяк. Вообще супер, ха-ха. Класс. Мне уже начинает нравиться такой тип игр. Я впервые в такой играю. Так, что у нас там внизу? А, понял. Все понял, окей. Ну все, открывайся. Так, присядем. Бабло, thank you. О, а подумал, что записка, ну ладно. Идем. Тихо, тихо. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Вот так. И так будет со всеми крысами. О, чуть не пропустил, честное слово. Окей. Да. Вот ирония. Самому вернуться в пыточную камеру. Огонь. Суки. Я до вас доберусь, по-любому. Рапорт держу нового офицера. Так, бывший король. Ясно. Corvo's unconscious again. Though he's taken more punishment than in two men we brought in for interrogation. When he wakes, we'll start again. Having him sign the confession for her murder isn't critical, but it might be useful to us later. The assassination of an empress is not a trivial matter. Ну ты сука, реально. Окей, я понял схему. Так, ну поставьте на паузу, прочитайте. Так. Понятно. Все понятно, чашка. Нафиг. Открыть сейф. Окей, забрали бомбу. А теперь куда? Окей. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Стоп. А, показалось, что там что-то есть. Ладно. Ackworth, you lazy slug. Did you patrol the yard? Sorry, not yet. I was gonna report that boiler leak from yesterday. Forget it.
Just do your rounds. A report's trouble for both of us. I'm moving. Тихо, тихо, тихо. Ты можешь развернуться. Hey, you tired yet? Blow off. Man, it's just ridiculous. Stupid rats. Attention. Plague. The solitary wing is off limits to maintenance crews unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Ладно, пойдем в обход. Да, чувак, ты огонь. Ну, спасибо за ваши вещи и за ваши души. Тихо, 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 тихо. Блин, вас тут много. Тихо, 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 тихо. Seen any more big rat swarms? You always amuse me. Так, выход там. Но мне нужно дверь открыть. Ясно. Значит, войти по-любому придется. Окей. Пока мне все простенько. Патроны, окей. Значит, левой кнопкой стрелять, правой атаковать мечом. Вроде бы. Да? Перепутал. Да. Перепутал, значит, правой стрелять, левой атаковать. Ну ничего страшного, привыкну. Ух ты, ё. Да. Спалился. Но ничего. Все, тут больше никого. Аж скучно стало. Окей. Фак.
что, прыгать? Вы что, гоните? Ладно. А куда плыть-то? А, вижу. Вижу. Окей. Окей, я сбежал. Ну что ж, отправляемся к нашему другу. Кто что там нам так помог сильно? Катакомбы. Разумеется, в катакомбы. Обратно в тюрьму я не хочу. Так, а где оружие? О, все, окей. People did he kill on his way out of the prison? I guess if you'll kill the Empress, you don't care about a few guards. Shut up. Look at this stuff. Somebody's been down here. Bottle Street. Записка от друга. Корво, если ты считаешь, если ты где-то читаешь, значит наш план сработал, и ты вырвался из Колдриджа. В глубине катакомб для вас приготовлено оружие. Возьмите его и отыщите Самуэля. Капец, это что, Дарксайдер, что ли? Ладно. Он будет ждать там, где туннель входит, выходит в реку. Самуэль доставит вас к нам. До скорой встречи, друг. Капец. Ладно. Похаваем. Так, стоп, как же тебе... А, все. Я все понял. Лазить по вентиляции. Молодцы. Обалдеть, вы это видите? Ха-ха. Ништяк. Давайте понаблюдаем за этим увлекательным процессом. Это супермутанты-крысы. Что надо сожрать? Буквально, ну, не знаю. За минуту их всех съели. Я в шоке. Пираньи отдыхают. Ладно. Надеюсь, вы меня не тронете. Ну, я думаю, вы уже наелись. Так. You cannot kill the rat pleasure. Так, ну что это значит? Тоже мне напишите в комментах, а то... Сейчас впадло переводить. No one will keep... As from dead. Ясно. Что-то про смерть там сказано. Так, о, крысы, крысы. Так. Тихо. Окей. Тут никого. Так. Нафиг. Хотя стоп. Если тут крысы откуда-то возьмутся, пусть они вот на его покушают. Окей. Опа, хавчик. Ну, правда, у нас жидкие полные. Поэтому хай не останутся. Если что, вернусь обратно, подлечусь. Если что. А,
Aren't we supposed to load the bodies in the carts headed to the flooded district? Yeah, but screw that. That's too far. And I don't want to catch the plague, do you? No. Doesn't the elixir prevent it? Maybe. Either way, let's just dump them down there. Let the rats eat them. Так, друзья, хавайте. Вы что, слепые, что ли? Наконец-то дошло. Хавайте. Бегом, бегом, давай, открывай. Attention, Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Several brave officers of the state are dead by his hand. He is to be captured or killed at any cost. О, еще одна надпись. Так, стоп. Окей, я поднялся наверх. Итак. Нет. Юсь, господи, что это было? Что это за ловушки? А. Понятно. Растяжки. Или как они там называются? Если это они. Так, бутылка не нужна. Лорду-защитнику, приветствуем вас, Корво, вернее, лорд-защитник. Именно этого титула вы по ошибке были лишены. Вы верные слуги Империи и настоящие императрицы. Группа лоялистов, которым не терпится увидеться с вами. Возьмите это оружие, сделанное специально для вас. Из лучших материалов, которые можно только найти на островах. Наш человек Самуэль ждет вас там, где туннели выходят реки Рехвен. Ренхевен, господи, извиняюсь. Поспешите, желаем удачи. Помните, у нас общая цель. Хорошо? Арбалет. Огонь. Класс. Раскладной меч. Зашибись. Вот это я уже понимаю. Спасибо, друзья. За такой подарок щедрый. Ага, арбалет, пистолет, арбалет. Ясно. Ускоряющий дротик, обычно пуля. Окей. Ясно. Так, открываем дверь. Окей. Похаваем. Доля джелли. На всякий случай, если ты пропил все мозги и ничего не помнишь, обратись за советом к виски. Дошло. Если хочешь получить свою долю, сделай все в лучшем виде. Если нет, я навещу тебя через месяц. Ништяк. А, наверх, хорошо. Так что. Get past me, sir. Do you know who we're hunting here? Don't try to take him out alone. But what if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. What was that? Smells like a dead weeper in here. Okay. Да давай, падай. Да. Не получилось скинуть бутылочку. Probably is.
They come here to die sometimes in the dark. Just slip into the water, don't come out. Сколько вас здесь? Убийство в падении. Спрыгните на противника с высоты перед самым столкновением. Нажмите, чтобы совершить убийство при этом не получено. Окей. Давайте попробуем. Ой, ё. Блин, что надо прямо на огонь упасть. Окей. Все из-за тебя, урод. Говнюк. Ну ладно. Злость сняли, идем дальше. Ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Окей. Тихо, тихо, тихо. Ты ничего не видел. Окей. Да. Подлечиться мне бы сейчас не мешало. Ой. Опять забыл. Но ничего страшного. Привыкну со временем. Блин, тут хавчики есть. Люди. О. А, там монеты. Блин. Мне хавчик нужен. Вы что, такие бедные? Даже поховать нет. Ладно. Attention, Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Corvo, over here. Quickly, I'm Samuel, and I work for some good people who want very much to meet you. Well, they said you'd come out here, but I could still hardly believe it. I'll take you to meet them, just down the river from here. Погоди. Look around if you need. I'll be here. Just don't take too long. Так, тут все, ничего нету, чтобы подобрать. Не, вроде ничего. Ну ладно. Отправляемся. We've got a hot meal and a warm bed waiting for you. Да, окей, все. Отправляемся. Фух, ну что ж. Зрители, подписчики, вот так у нас все получилось. Давайте сейчас начнем новую миссию, посмотрим, что у нас сейчас в ней будет. Пап, песня Яма. Тайные союзники. Новые союзники ждут вас в старом баре на реке. Встретитесь с самым высокопоставленным милолистами и узнайте, что они затевают. Окей. This is the Hound Pit's pub, closed for business. Half the district marked off is dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose, and he don't know a thing. Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped,
The Lord Regent's going to be tearing the city apart. I'll take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the Loyalists. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. Окей, я запомню, чувак. Спасибо, что подвез. Автосейв прошел. Окей. Цели. Лодочник Самуэль переправил вас по реке из тюрьмы Колдридж. Он работает на подпольное движение. Бла-бла-бла-бла. Значит, мне нужно встретиться с чувачком, который поможет мне вернуть доброе имя. И помочь мне в поисках Эмили. Так, ну ладно, друзья, на этом я закончу. Встретимся в следующем выпуске. А на этом все. Всем пока-пока.